Добрый вечер. Вы смотрите рубрику «Афиша». Я, Татьяна Резидент, приготовила для вас список мероприятий, которые стоит посетить. Начать выходные предлагаю активно. Принять участие в велоквесте «Крути педали». Здесь, у Дома спорта «Уральский трубник», в субботу в 11 утра ждут всех любителей двухколесного транспорта. Обещают веселье, драйв, новые впечатления и призы. Кстати, тем, у кого нет велосипеда, можно будет взять его на прокат. Для таких участников проведут специальный розыгрыш призов. Неподалеку от Дома спорта в парке Новой культуры будет проходить семейный праздник-ярмарка «Бизнес-парк». Для детей и их родителей подготовили развивающие игры, мастер-классы по рисованию, бумагопластике, флористике, современным танцам, ментальной арифметике, плетению коз. Кроме того, всех желающих научат основам финансовой грамотности, а еще проведут тестирование по отпечаткам пальцев. На территории бизнес-парка будут работать мобильные фотозоны. Шопоголики тоже найдут здесь чем заняться. Предприниматели представят свои экопродукты и сладости, натуральную косметику, игрушки и сувениры, одежды и аксессуары для будущих мам. Ну и по традиции пришедших в парк ждет большая концертная программа, призы и подарки. В субботу же в кинотеатре «Восход» стартует выставка «Уральские самоцветы». Свои работы выставят на суд зрителей ученики Первоуральской детской художественной школы. Они отразили в них особенности нашего городского округа, историю, природные богатства, самобытность и традиции народов региона. Экспозиция в холле кинотеатра будет работать до 20 августа. Отмечу, эта выставка откроется в рамках фестиваля с одноименным названием. Его цель – найти настоящие самоцветы среди жителей области. Фестивальное мероприятие продолжится и вечером. «Перворок» загремит на площадке перед инновационным культурным центром. Екатеринбургские рок-группы исполнят кавер-версии известных песен. Прозвучат как отечественные, так и зарубежные хиты. Сменять друг друга на сцене будут команды «Автокэтс», «Братанза», «Форестер Бенд», «Красная скрипка», «Парк Победы» и «Железный озон». Ну а хедлайнером фестиваля станет группа «Курара». Организаторы обещают 50 киловатт звука. Все это, конечно, в честь 285-летия родного города. Начало в 16:00 в субботу. Нас двое, а это значит, это рядом живое. А это значит, мы молекулы воздуха. Трёмся ребрами в картинах у Босха. И не снимаемся в киношном отстое. Раритетами валяемся в лавке. Мы, как дети капитана Гранта. И закадровый голос актера педанта раскроет сюжет нам. Нас двое. Ну а если окажетесь у ИКЦ, то забегите посмотреть на выставки, которые там доступны для зрителей. На нулевом этаже – красота Уральского края, и на шестом – фотовыставка о жизни слабовидящих людей. Не менее концептуальная выставка работает в Первоуральском музее ПНТЗ. Экспозиция к 10-летнему юбилею Общества защиты животных. Интересно будет для наших посетителей и горожан посмотреть. Здесь комбинированная у нас фотовыставка. Здесь есть портретные фото, есть пейзажи. Есть репортажная съемка, поэтому это некий микс, который переносит нас как раз-таки в историю возникновения, развития этого общества. И самое главное, что, конечно же, из каждой фотоработы видны или человеческие глаза, очень трепетные и живые, или глаза братьев наших меньших. Чем живет приют, кто такие волонтеры и какая пара звериных глаз самая пронзительная и преданная? Ответы получите в музее. Фотовыставка будет открыта до 31 августа. Ну а прямо сегодня, поздним вечерком, отправляйтесь к инновационному культурному центру. В 10 часов здесь стартует танцевальный опен-эйр. Все желающие смогут потанцевать сальсу, бачату или зумбу. Но если вы стесняетесь попробовать, просто понаблюдайте, как это делают другие. Уверяю вас, зрелище это впечатляющее и заряжающее позитивом. Смотрите афишу и выбирайте занятия по душе. Увидимся ровно через неделю. До свидания!